Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Улуха. И у нас 24-й день. Открываем сундук и смотрим. Так, ну в принципе 5 миллионов рыбы, нифига себе. Вау. Вот даже как мне полагается. Офигеть, друзья. Два сундука. Прикинь, у меня рыбы 10 лямов. Это шикарно. Так, ну что? Почему у меня беззубик просто так сидит и ничего не принес мне, а? Скажи-ка мне на милость. Значит так, у нас с тобой можно улучшить дровницу. И я это сделаю с удовольствием. Да, пускай строится. Так, дальше. Что нам сделать? Ну, наверное, откроем, как всегда, пак для начала. Посмотрим, что нам отсюда с тобой выпадет. Ну давай, не жмись. Так, ну монеты Одина, это понятно. 9 штук, они никуда не делись. Так, а что же в самом паке? Шторморез, Громоль, Вострозуб. Ну и пошли в основном ресурсы. С вашего позволения, я, пожалуй-ка, открою еще один пак. Ну и что же нам выпадет из него? Ну понятно, что 9 монет Одина. И опять просто ресурсы. Что-то мне не везет на дракончиков в последнее время. Что у нас там зеленая смерть притащила? Угу. Тусклый янтарь и сломанный меч. Это я все забираю. И опять отправляю его на очередные поиски. Так, давай дальше будем с тобой присматриваться. Что нам... Так, у тебя есть что-нибудь хорошее для меня, а? Слушай, ну... Блин, лопатка, мясо. Это, конечно, все хорошо, но стоит очень дорого. А вы что у меня тут? О, молодцы какие. Принесли все-таки немножечко мне ресурсов, порадовали меня. И я их опять отправляю. Так, пускай он рыбу ищет. Так, этот мне дровница заполнена, пишет. Понятное дело, что заполнена. Так, что у нас с тобой по пакам? Давай посмотрим. Ну, этот мы с тобой откроем. Шторморез, Лаварык, Грозокрыл. Героический, прикинь, ребята. А это что-то новенькое. Грозокрыла у меня никакого не было до этого. Прикольно. Так, ну, понятное дело, что мы с тобой пойдем на арену. Что у нас здесь? Так, древесина. Взять не могу, могу только забрать немножко рыбы. Так, у меня прокачался, интересно. Ой, что-то я не то смотрю. Я не то смотрю. У меня на прокачке стоял... Сколько? 8 минут 32 секунды, ребята. И моя академия прокачается до следующего уровня. Но я думаю, как раз мы с тобой поиграем, да, и она у нас качнется. Так, что здесь? Задание. Так, получаем янтарь. Получаем с тобой 30 якнога. И еще 30 якнога. Замечательно. Что у нас по событиям? Блин. Это событие, друзья мои, я никак не могу закончить. Слишком крутые здесь драконы. Слишком крутые. Я уже пробовал не один раз, и у меня почему-то не получается. А знаешь почему? Потому что нам нужно прокачивать вот этих драконов. Типа как Барсика нашего, да? Ну и, соответственно, Сардельку. Так, ну-ка, вот как раз Барсик, наверное, ребята, сейчас пойдет у меня на прокачку. Что нам здесь выпадет? Руны. Да ладно, серьезно, сколько штук? 8. Отлично. Так, ну что, парень, пойдешь у меня качаться? Что такое ускорить? Ну, давай ускорим. Завершили, да, мы с тобой? Что тут можно? Не хватает на... Сколько? 840 нужно викингов? Вы серьезно? Хе-хей. Это, по-моему, слишком круто. Тебе не кажется? Так, ну что? Давай мы его отправим, пускай он обучается. Так, что у нас принесла Громвильда? Мяса нет? А-а, просто тусклый янтарь. Давай налево. Бесплатно. Так, а ты что?
тебя тоже пока ничего, да? Опять же, янтарь. Нет, чтобы дали мясо, нет, фигушки. Дают нам просто обычный тусклый янтарь, никчемный. Так, ну что, сарделька, а ты? О, кстати, сардельку нам тоже, наверное, надо отправлять на тренировку. Руны, давай, руны, 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 руны. Отлично, сколько? 4 штуки, что так мало-то? Сарделька, ты имеешь 22 уровень, а тебе нужно 24. Ать, хорошо. Вот смотри внимательно, 24 уровень, да? Теперь я захожу на арену. Вот сюда, вот в мои драконы. Так, где сарделька? Вот она. Должна, по идее, улучшить. Да, да, ребята, улучшается, да неужели? Получает она 10 разряд. Хм, это прекрасно. А вот Барсик, к сожалению, не хочет, потому что нет у него 24 уровня. Надо их тренировать всех. Этого нужно до 51 уровня прокачать водореза. Так, а громобой? 24 уровень. Так, подожди, а громобой у нас... Где? Он, скорее всего, у нас находится в этом. Так, а вы что сидите, балдеете? Быстро, быстро, быстро за дровами. Сидят, прохлаждаются, понимаешь ли, здесь. А ну-ка, зайдем в ангар и посмотрим на громобоя защитника. Вот он, да? Нет, это обычный громобой. А, защитник вообще у нас с тобой слабенький. Слушай. М-да. А ведь их нужно прокачивать. Так, здесь у нас что идет? Какое-то тоже улучшение. А, ну это на тренировке у нас Барсик, да? Барсик пошел тренироваться. Так, беззубик тут у нас без дела стоит. Здесь 1 час 24 минуты будет выводиться яйцо на прихвостня, которое я нашел. Слушай, я могу, например, улучшить... Ну, вот эти вот. Могу. Тогда делаем. Да, я хочу построить. Один... Сколько... Почти, ребята. Фига себе, один день 11 часов. Это долго будет делаться на самом-то деле. Вот это вот я не могу почему-то все расчистить. Почему? Не знаю. Так, здесь у нас что с тобой ждет? Поищите кревета на рифе. Так, давай мы попробуем с тобой поискать кревета. Требуется уровень 50. Слушай, подожди секундочку. А если мы с тобой прокачаем... Ух ты, я здесь могу что-то построить? Ага, могу. 9 лямов достань, тогда ты сможешь построить. Так, где у меня беззубик? Вот он. Беззубик, у тебя 42 уровень всего лишь. Блин, древесины не хватает. Да чтоб тебя. Блин. Это 800 тысяч дерева нужно на беззубика. Подожди-ка, у нас, по-моему, здесь есть, да? Есть. Слушай, вот и отлично. Вот и прекрасно. Так, беззубик, иди-ка ты обучайся. По-моему, там больше места у нас нету, да? Так бы я сейчас отправил бы еще кое-кого на обучение. По-моему, тут... Да, не могу, к сожалению, пока. Но... Я уже определился, да? Кто у нас там дальше будет обучаться? Так, что у нас здесь? Давай заберем 50 тусклов янтаря. Так, отправить беззубика в путешествие. Обучить 3 драконов. Трындец, вот это я лопухнулся. Сколько это по ускорению будет? Ой, 139 рун. Нет, я уже обойдусь без какого-то там пака. Ну что, нам остается, ребята... Да я знаю, попытаться здесь пройти, но это бесполезно, если честно. Ну, просто я не могу, не хватает мощей. Грамгильда. Ну, даже если я ее поменяю, поменяю на кого? Ну, можно поменять на сардельку, в принципе, попробовать. На... Ну, что это даст? Тройной удар, чемпион. Ну, тоже как бы, ребята, ну, слабачок он. Там распетрушивает просто моментально. Взять водореза. Им попробовать.
Ну, девятый разряд, ну что он там сделает? Да ничего. Девятый разряд, а Лаварык? Ветрокрыл, может быть, его взять? Ох, не знаю, ребят, ну давай попробуем. Хотя я больше уверен, что здесь будет фейл. Потому что в конце гигантский вот этот вот громобой, которого фиг знает сколько там жизни, его не пробить, он просто меня уничтожит. Да меня и сейчас здесь потрепают не кисло, понимаешь? Не веришь? Он сейчас убедишься сам. Так, начнем с кого? Давай с этого. Сейчас пойдет. На, получили мы уже, да? Так. Опа, видишь, что творит? Ну ладно, здесь мы немножко отыграемся. Мучают опять сардельку, ты посмотри, а. Блин, ну что лучше сделать здесь? Давай, наверное, вот так вот. Нам бы подхилиться не помешало бы. Офигеть, жарит. Сейчас укусит. А, вот так ты делаешь. А ты кого будешь бомбить? Уклонение, ребята, повезло нам здесь. Слушай-ка, если мы так сделаем, или все-таки хильнуть? Так, потом хильнемся, наверное, все-таки. Хильнемся, этого добьем. Так, Дагур кусает. Блин, у них у всех усиленная атака. Давай вот так вот сделаем. Попробуем, раз, два. Так, сейчас. Ёлки-то палки. Кто-то жарит, сейчас укусит. Хорошо, что не сардельку. Сможешь добить его, а? Блин, не получится. Сарделька, живи, пожалуйста. Выживи как-нибудь. Выжила. Кого добьет? Пока живем, ребята. Фу. Слушай, а вот сейчас сардельку-то и уничтожат. Блин, ты посмотри. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть. И он еще и сделал это массовый атак. Ты прикинь, как он жарил. Вот и как ты прикажешь? Это, ребята, только первая волна. Сейчас увидишь, если мы дойдем с тобой до второй, ты увидишь, что там будет твориться. Что-то я сомневаюсь, что мы с тобой доживем до второй волны. Сейчас он тут меня размажет. Он все время атакует, да? Ветрокрыло. Пытается его бомбануть. Вот так, раз, два. Жалко, конечно, что сарделька-то погибла. Грустно. Ну вот, смотри. Вот, ребята. Красный, красный. У меня шансов здесь на победу вообще нету. Я тебе говорю, я уже неоднократно пробовал и безрезультатно. Просто из-за уровня, мне кажется, я проигрываю. У меня должны вот здесь, в данный момент, да, если все правильно делать, уровни 13-14. Все мои драконы. А мы, извини меня, топчемся с тобой на 9-10 уровне. Вот тебе и итоги все. Ладно, здесь я проиграл, короче, ребят. Пойдемте с вами тогда на арену сейчас. Вот выпендривается, а? Понятное дело. Че бы ему не выпендриваться, да? Все, сейчас душитель бьет. А нет. Тогда этот. Все. Ну, я вам лишний раз, ребят, доказал, что ничего у меня здесь не получается. Ну что, закрываем и бежим с тобой прямиком куда? Ну, естественно, на нашу любимую арену. Точнее, она моя любимая, не знаю, как вам. Но мне лично очень нравится. Так, подожди. О, кстати, у нас сарделька же 10 уровня. По идее, должна уже немножко покрепче держать удар. Сейчас мы будем с тобой смотреть. Так, что у нас здесь? Красный и два зеленых. Начнем с красного, конечно же. Блин, я хочу взять его в команду. Вот этого дракона. Он у нас есть, но, по-моему, уровень маленький. Какой он крепкий, а? Ну да, против зеленых он, конечно, рулит. Красный против зеленых вообще имба. Ну и что ты делаешь? Так, добьем, нет? Мы должны добить его.
Да чтоб ты лезет, а? Ну, еще и разбег. Ой, я глушил. Ты посмотри-ка, что творит. Сарделька, ты опять за свое. Хотя, мы знаешь, что сделаем с тобой? Вот так. Массовую атаку. Пускай они так все поспят. Так, будем бомбить. Давай вот этого, наверное. Костолома. Окей. Бомбим. Лаварык, он когда очнется, ребят. Ну, в принципе, он не так страшен. Этот лаварык, мы его разберем. Он, кстати, должен начать. Хотя, опять мы его в сон загоняем. Он не успевает проснуться, как мы его, оп, и опять баиньки. Так, костолома уничтожили. Ну все, лаварык, я думаю, ты доигрался. Так, хотя у него сейчас что-то будет. Либо, я думал, хильнется или поставит защиту. Нет, ничего не стал делать, абсолютно. И зря. Ну что же, победа. Сейчас мы с тобой посмотрим, какой нам выпадет пак. Так, 30 кубков. Обычный, жаль. Ну что, друзья мои, очередной бой. Трех драконов мы с тобой победили. И нам нужно... Так, стоп, отмена. Я хотел кое-что поменять. Давай мы вместо ветрокрыла возьмем с тобой вот кривоклык. Ну, хочется мне, понимаешь? Вот так. Поехали. Давно просто его не было у нас в команде, а тем более он 10 разряда. Я думаю, он должен здесь держать, как говорится, удар. Хотя, подожди, тут синий против нас, да? А синий, по-моему, против красных. Вы серьезно? Так, с кого начать-то лучше? Во! Давай-ка, наверное, со змеевика начнем, да? Окей. Так, ты кого будешь бомбить? Уклонение сработало, надо же. Кусаем. Так, кого? Понятно. Добили, вот это я понимаю. Вот это игра. Так, ты-то что тут? Да пошел ты в пень. Успокойся. Ты смотри-ка, а? Взяли моду. Они бомбят моего барсика. А я не позволю это. Что мы сделаем с тобой? Наверное, вот так вот. Пускай атакует своего же, да? Ну-ка посмотрим. Молодец, красавчик. Так, а этот? На кривоклыка, да? Наезжает. Ладно. Так. Добиваем. Слушай, а он сам себе, интересно, будет урон наносить, а? Как ты думаешь? Наверное, нет. Нет, не наносит. Тогда будем его бомбить. Слушай-ка, мы можем сделать вот так вот. То есть он нашим драконам наносить урон не будет. Ну, конечно, и себе тоже не будет. Просто в никуда будет бить. Видишь, уклонение просто. И это круто. Сейчас мы его тут прижучим. Так, поехали. Он не будет попадать, ребят. Будет слепота, видишь, там висела у него. Так, и добиваем. Вот так вот. Так, что там, победите в схватке, используя 3 героических дракона. Это что это такое я получил? Какое-то достижение, что ли? И опять же обычный пак. Замечательно, да? Тут смотри, из все из обычных паков. В общем, нам еще нужно с тобой победить 4 драконов. Но я тебе говорю, кривоклык, в принципе, неплохо себя ведет. Так, тут красный, синий. У него, конечно, нету такой суперской силы, именно атакующей. Но вот это вот ионный перк, который делает вражеских существ. Как тебе сказать-то, даже не знаю. Короче, для врагов ионные же драконы становятся еще... Нет, что-то неправильно говорю. Ну, короче, друзья становятся врагами, можно так сказать. Так, что ты там делаешь? Успокойся. Так, мелкий прыщ. Ох, ты гаденыш. Надо вот этого добить. Слушай, я, наверное, знаешь, что сделаю? Вот так. Что-то мне кажется, что он бомбанет потом все-таки. Сейчас посмотрим, будет атаковать вот этого ханорика. Ты видел?
ты видел, сколько урона нанес? Именно на это все и было рассчитано. Мы поможем его. О, блин. Слушай, а можно же вот этого атаковать пока. Этот уже добьет его, верно? Верно. Ну, поехали. Давай, вжарь фаерболом. Нет, он вот так вот решил его, да? Так, ну что, мы здесь сделаем с тобой ударчик. Теперь ты. И опять же вешаем вот такую штуку. Нет, 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 парень, ты промахнешься. Великолепно. Просто изумительно, согласись. Так, ну что ж, победа за нами. Ну что, друзья мои, еще одна битва. А я бы сказал, даже еще один побежденный дракон. И мы с тобой возьмем пак вождя. Кстати, два красных дракона у него. Один такой же, как у меня, кривоклык. Ладно, посмотрим, кто кого. Ой, 12 уровень, да ладно. Слушай, надо будет вот этого, наверное, все-таки вербовать, мне кажется. Да? Если выживем. Опа, уклонение. Так, ты что там собрался делать? Гаденыш. Ну-ка. Блин, успеем, нет? Что он сейчас будет делать? Ты достал уже. Минус. Так, ребята, мне не нравится. Сейчас что-то будет. Фаербол, скорее всего. Вот так. Вот это вот печалька. Это вот печалька была. Поехали. Так, бомби, пожалуйста, сардельку. Не надо Бартика бомбить. Я сказал, не надо. Вот, вот это ты молодец. Вот правильно делаешь. Раз, два. Раз, два, отлично. Так, сардельку, сардельку. Красавчик. Так, и ты тоже, пожалуйста. Молодцы какие, а, ты посмотри. Просто умницы. Идеальная победа. Ну, как идеальная, все-таки одного мы потеряли с собой дракончика. Но главная победа. И мы забираем пак. Лаварык, громобой. Так, крылатый ужас, шторморез, костолом дикарь. Ага, громорог отпрыск. Кревет Дагура. Замечательно, двигаемся с тобой дальше. Так, кто против нас выступит? Соляночка. Обожаю, когда вот такие вот в разброску идут драконы. С ними всегда почему-то проще разбираться. Так, и вот здесь вот думай, либо душителя бомбить, либо этого. Наверное, начнем вот с Хофера. Так, душитель, успокойся. Тоже такой противный, мелкий, противный, блин. Не могу прям. Эй! Ты, вы оборзели, что ты, посмотри, сколько они оставили здоровья. Сейчас добьет, да? Он добьет. Офигеть. Вот это поиграли мы. Вот тебе и солянка. Так, что же нам с тобой сделать лучше? Есть у меня одна идейка. Этого добьем, наверное. Промах. Был промах, ребята. Слушай, так, сейчас будет душитель бомбить. Вот так сделаем. Пускай бьет своих. Красавчик. Так, а ты кого собираешься бомбить? Ну, понятное дело. Тут сомневался. Блин. А почему мы бьем и так мало? Давай, давай, правильно, вали своего хламона. Все, мы потеряли, друзья мои, нашего дракончика. Вся надежда только на отражение. Только на него. Так, давай, бомби. Окей. Надо вот этого все-таки дожарить, ребята. Пускай сделает суперудар. Не хочет, а? А ты? Блин, сейчас я чувствую, он зарядит, ребята, своей супер какой-нибудь атакой. Смотри. Нет. Тогда крышка ему. В плане? А почему, блин? Блин, будь добр, бомбани его, пожалуйста, а? Есть. Он же под гипнозом мог все что угодно сделать. Понимаешь? Но тут все-таки атаковал.
Двигаемся дальше. Три дракона победили, еще семь надо. Так, два синих плюс красный. Два синих плюс красный. Опять же, должны с тобой справиться. Блин, ну уровень, ну ты посмотри, а. Начинаю. Почему они так, блин, Барсика-то моего все время бомбят? Давай начнем с этого. Атакуем. Твою же налево, вот эти промахи бесявые, а. Кусаем. Так, слушай. Ну, понятно. Началось, короче, да? Началось вот это вот. Сейчас этот будет бафать всех. Ему три энергии нужно. Нет. Смотри, что мы с тобой сейчас делаем. Вот так вот. А раз они любят бомбить, пускай вот по отражению получает. Так, ну-ка. Кого ты будешь бомбить? Красавчик. Так, а ты? Давай его. Молодец-то какой, а. Раз, два. Кусаем. Блин, кончилось, что ли? А что так быстро-то? Опять мы его потеряли. Да, но все равно, ребят, несмотря на это, мы как-то... То есть он принимает на себя львиную долю, так сказать, урона. Так будет проще, наверное, сказано, да? И за счет него вот остальные драконы у меня как бы разруливают ситуацию. Как-то так приблизительно получается. Ну что, нам нужно еще 4 дракона победить. 4. Кстати, там, я помню, можно было взять за золотой янтарь и купить себе статую, чтобы у нас, например, меньше было боев для того, чтобы получить пак. Именно пак вождя. Так, ладно, но об этом позже. Давай-ка, наверное, душителя будем душить. Наверное, так сделаем, да, с тобой? А потом уже займемся остальными. Ну, кого ты будешь бомбить? Барсика. И это тоже, наверное, Барсика. Ну, естественно, сразу же. Вот сразу же все переключаются на моего бедного Барсика. Сейчас мы сделаем с тобой, знаешь что? Отражение. Вот так. Не понял. Пускай теперь атакуют его. Ох, горе хапнут. Найс. Так, а этот что делает? Как красиво-то, посмотри, а. Молодцы, умницы. Вот так же и продолжайте. Так, ну что, добиваем этого вражину. Прекрасно. Поехали. Раз, два. Кого будешь бомбить? Барсика? Молодец. Теперь мы сделаем с тобой вот так вот. И все, и этот хлопчик наш. Почему? Потому что он нам никакого урона наносить не будет, а мы ему будем еще как раздавать люлей. Ты сам это видишь. Ну. Ой, напугал. Напугал. Все. А это, друзья мои, как будто специально. Вот на самом последнем ударе у меня вылетает игра. И, соответственно, победу мне не засчитали. Поэтому приходится переигрывать. Я не знаю, вот хотя бы раз, но игра вылетит. Понимаешь, я не знаю, от чего это все зависит. Да, и состав команды дали совсем другой. Ну, попробуем справиться и с ними. Так, начнем, наверное, вот с этого. Что-то крепкий какой-то, да? А, ну правильно, 13 уровень, что я хочу? Бедный Барсик. Сейчас начнут... Вот они почему-то атакуют, но он, наверное, из-за того, что... Уклонение, круто. Потому что уровень у него самый большой. Ты посмотри-ка, как нам сегодня фартит. Уклоняшки. Браво. Браво. Так, ну что же. Что ты там собрался делать? Кому? Кому ты там зарядить собрался? Не очень хорошо, конечно. Так, поехали. Слушай, я не знаю... Не будем, наверное, пока ничего делать. Я не могу понять, кого они будут атаковать. Этот все на Барсика тянет. А-тя-тя, вот теперь я понял, ребята. Сейчас будут уничтожать, конечно же, мне Барсика. Ты специально, да, это сейчас сделал? Ну, вот так вот я поставлю, посмотрим. Давай, бомби по Барсику.
Давай, молодец. И ты с разбега, молодец ты какой. Надеюсь, Барсика? Конечно. Он не такой дурак. Сейчас будет его бомбить. Нет. Опять переключился, не знаю, почему, ребята, так происходит. Ну, с одной стороны, это даже очень круто. Поехали. Давай, бомби мне Барсика. Сейчас опять, кажется, в сардельку побежит, да? Воу. Так, вот здесь уже как бы шутки в сторону. Мы можем и доиграться. Короче, я понял такую фишку, ребята. Когда мы с вами ставим на Барсика, да, щит, он атакует сардельку. Сейчас посмотрим, кого он будет бомбить. По идее, сардельку должен. Но ты видишь, да, что он сделал. Барсика бомбанул. Ну, здесь все, ему крышка. В плане? Какой еще, блин, отхил? Бомби давай меня. О, не успеем, или успеем? Блин, на ничью, ребята, идем. Твою же налево. Вот почему он отхилился в конце, ребята. Он не стал атаковать, просто протянуть время ему нужно было. Понимаешь? Значит, еще один бой у нас. Хотя, подожди, какой еще один бой у нас? Мы с тобой получили пак вождя. Получили. Значит, никакого... О, сарделька. Значит, ничего не надо. Так, подожди, мне показалось, что мы с тобой можем прокачать уровень. Наверное, показалось все-таки, да? Так, шторморез, ну-ка. Ага, мне не показалось, но тут, видишь, нужен 24 уровень. А он у меня вообще не в прокачке, если честно. Просто не в прокачке. Слушай, тут у нас 9 часов. Слушай, а что мы с тобой должны были подождать? А, нет, не то. Не то. Помнишь, я говорил, 8 минут, пока мы с тобой поиграем, как раз время стекет. На что? Про что я говорил? Я уже и не помню. Вылетайте, понимаешь, все в голове перемешалось. Так, ладно. Так, а дневная фурия у нас с тобой еще до сих пор, да? В поисках. Обалдеть. Тут 53 минуты. Ну что, дорогие друзья, давайте мы тогда с вами, наверное, будем закругляться на этой ноте. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. А на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков.